19 января 2019 год. Саржан я. Посмотри, какие тут тутки. А домашняя буквально. В Китлярчина миру они так близко к людям не подходят. А тут мы совершенно не опасаются. Сетка, я так понимаю, для рыбы. Там рыба, чтобы рыба не выплывала. Только что-то я рыбу не вижу. На зимовку, наверное, пошла. В берлогу. Да. Вон, он даже у нас рыбачит. Ну, красота. Значит, рыба есть. А вон одна, я вижу. А вон одна лежит на дне. Так она дохла. Ну, бывает. А вон и вторая. Она спит. А, вон плавает. Вон, смотрите. Вон, смотри, как много. Мама дорогая, что это было? А, это удочка. Да, реально, 19 января. Крещенские морозы с нулевой температурой. И вот такие вот рыбинки.